Ребят, всех приветствую. Начал проект сборку компрессора. Вот такой вот бак. Забыл, на сколько он литров. Что-то тут 130, 400 написано. Наверное, 130 литров. Больше не нашел. Вот такая вот башка. Трехцилиндровая. Чугунная. Шкив от нее 330 миллиметров. Он же вентилятор. Значит, производительность этого компрессора 960 литров в минуту. Обороты на коленвалу должны быть в пределах 950 оборотов. Ход поршня, что-то я в Ютубе встречал, 86 миллиметров. Диаметр поршней 90 миллиметров. В Ютубе много вот таких вот голов. В общем, взял я эту голову за 14 тысяч рублей. И в Тамбов с Ростова доставка ПЭК обошлась мне 780 рублей. Приехала за 2,5, ну, 3 дня. То есть очень быстро. Причем даже в Москве побывала, как ни странно. Все мы боимся покупать через Авито, потому что, ну, нет Авито доставки. Но вот этого продавца я рекомендую. Скидки он мне никакие не делал. Просто я ему сказал, говорю, быстро сегодня отправишь, будет тебе реклама на твою страничку, как говорится, в описании под видео. Он согласился, был очень рад посотрудничать. Единственное, не было шпонки. Фильтры, вот они. Сейчас я открою, покажу. Эх, никак. С телефона снимаю, камеру сейчас сдал пока друзьям. Так. Фильтры вот. Внутри фильтрующий элемент присутствует. Сейчас покажу. Откручу, покажу. Блин. Видео буду выкидывать, наверное, без монтажа. То есть, что есть, то есть, как говорится. Оп, вот такой вот фильтрующий элементик. Не знаю, насколько это крепко. Я вообще видел, в Ютубе делают с масляных фильтров. Фильтра под компрессоры. Рекомендую канал Антон Маляр. Я так предполагаю, что он в Беларуси живет. Он там с гнилыми машинами творит чудеса. Еще я в описании под видео оставлю ссылку на обратный клапан. Стоит он на зоне 1100. На обратный клапан и на виброопоры, которые каждая выдерживает там 300 килограмм, по-моему. Тоже стоят они где-то, диаметр у них 50. Болт то ли 10, то ли 12, не помню. Стоят они где-то что-то в районе 330 рублей. Вот такую вот я башку себе приобрел. Также оставлю ссылку на озоны на контактор трехфазный 25 ампер, что-то в районе 750-780 рублей. Ну, автоматику я буду использовать свою старую, которая у меня была на компрессоре, вот от двигателя ВАЗ. Четырехцилиндровый у меня был компрессор, но ГБЦ крякнуло, клапан развалился, и вот у меня набило тут. В принципе, вот этот компрессор тоже рабочий. На канале он у меня есть. Тут охладитель воздуха. Вот. На канале у меня есть. Но я замерял обороты. 950 оборотов у меня клапана не ломались. Замерил по счетчику. Вот по такому вот. Вот по такому вот счетчику замерил, сколько этот двигатель
компрессор из двигателя, сколько он у меня потребляет. Оказалось, 5,5 кВт. А движок стоял 7,5 кВт. Ну, значит, я на него побольше шкивок поставил, на двигатель. У меня увеличились обороты. 1250. И тут начали ломаться клапана. Но производительность бешеная. Тесты с пескоструем у меня на этот компрессор есть. Я уже не помню цифры, но пятерочкой соплом в онлайне 6 атмосфер он держал. Пятерочкой. А вот этот компрессор тоже видел тест на пескоструйное сопло из карбидобора. Этот компрессор, короче, сопло тройка, держит в онлайне где-то 4 или 5 атмосфер. Ну, я не знаю, я тоже протестирую это все. И когда песок открываешь на пескоструйке, одна атмосфера как минимум добавляется.